пошел, блин, нахрен здесь. Слышь? Выходи, я тебя беру оттуда. Снято профессионалом. Категорически запрещается посещать заброшенные места. Опасно для жизни. Странное или паранормальное в данном видеоролике может обуславливаться вполне естественными вещами. Например, ветер, пыль, световая иллюзия и т.д. Но не всегда. Приятного просмотра. Ребята, всем привет. Ютубчик, ребятки, народ, всем здорово. Сегодня я решил посетить не один. Привет. Тебя там, наверное, не видно из-за света. Я решил посетить заброшенный санаторий в Калязине. Я тут уже был не раз. Мы уже и с Максом здесь были. Я и один здесь был, и в подвал ходил затопленный. Но сейчас мы хотим снова исследовать эту огромную заброшку. Что, погнали? Сейчас 0 градусов, на улице довольно-таки холодно уже. Здесь вон решетками закрывали все. Но эти решетки благополучно все сломали. Осталось пол такой. А чё я без фонаря? Я думаю, чё света-то так мало. Фонтан. Здесь типа фонтан должен был быть. И там. Да, я отсюда упал туда. Лифтовые шахты. Здесь первый этаж такой себе. Пойдем на второй. Или можно по коридорам пройтись. Здесь до сих пор, я вам скажу, реально аномальное место в том плане, что здесь техника себя ведет очень странно. Вот правда. Здесь, кстати, спутники не ловят от слова совсем. Вообще в этом здании не ловят спутники там никакие. Хоть прикол. Я не помню, ходили мы или нет.
Но мы вот в той стороне вообще не были. Ни разу, по-моему. Тихо. Тут вода капает, блин. Шумов очень много. Вот сюда я хотел сходить. Поэтому я и хочу сходить, потому что мы здесь не были ни разу. Там, по-моему, свет какой-то. А, отсвечивает. Все заваривали. Все равно все сюда лазят. Обалдеть, ты глянь просто, сколько дверей. Что это такое? Походу туалет или ванная. Их реально дофига. Просто идете вот так, ребят. И это пипец какой-то. Вот так вот заходишь сюда. Здесь, во-первых, узко очень. Во-вторых, ну да, туалеты. Понятное дело. А вот здесь широко. И здесь проход, смотри. Что-то вообще непонятная фигня. Решетки тоже заваренные. А здесь уже и нету. Смотри, а здесь вообще даже не заваривали. Ну да. Стороной. Что-то вообще. Короче, что-то начали делать и забросили. Как обычно, заброшка осталась заброшкой. Ну, лучше не решетки заваривали, а страх. Тихо. Смотри. Я не знаю, подвал что ли? А, здесь, может, купались? Там. Да, это бассейн. Басы. Еще есть лестница, ты глянь. Я уже думал, подвал еще баня. Один. Скорее всего, это баня. Может, кстати, и баня, да. А что за знак такой интересный? Не знаю, вот такой вот знак. Ребята, если вы знаете, что это за знак, напишите в комментариях сейчас. Реально, смотрите. Фиг знает. Что это за знаки такие? Я не знаю. Здесь выход. Здесь, короче, корпус туалетов. Назовем его так. Туалетный корпус. Туалетно-банный корпус. Ладно, пошли по этажам. Здесь реально какая-то дичь. Много чего интересного, что-то летом зафигали. Здесь вообще само по себе место интересное. Тут аномалия за аномалией. Здесь уже не были.
Я-то один сюда приезжал, но это было когда? Год назад. Кирпичи валяются. А? Кирпичи валяются, камни падают. До сих пор камни падают. Да уж. Тогда кто-то кидался камнями. Но, ребят, он был недостроенный. Поэтому нафиг его знает. По поводу призраков. Но аномалия здесь есть. Это точно. Телефоны хандрят. Эта камера сейчас, я надеюсь, вообще снимает. Она-то вроде красным горит, снимает, а по факту неизвестно. Собственно, из этих аномалий, поэтому и... Ух ты, я этой лестницы в жизни не видал здесь. Я тоже помню. Из-за этих аномалий и я подумал про подвал, что там может что-то стоящее быть. Оказалось, там ничего нету. Ладно, пойдем по этой лестнице поднимемся. Я вообще ее здесь никогда в жизни не видел. Не, она не ведет на крышу. Так, по одному. А то здесь, я смотрю, совсем плохо все. С этой лестницей. Вот и вся лестница. Ух ты ж нахрен, блин. Не знаю. Я думал, валяется кто-то. Тихо. Вышел. Я не знаю, что-то здесь двинулось. Смотри, здесь ливневку поставили. Мне кажется, его восстановить хотели. Да не вышло. Странная дичь. Здесь реально такой звук такой был. Вот такой вот. Вот да. Тоже много здесь. Знаешь, что нам с тобой надо будет разделиться? И вот сюда не наступай, смотри. Давайте не наступай. Лабиринты, капец тут. Да ну нахуй, сука, я что-то не обосрался сейчас. Чё? Да меня здесь глючит, пипец. Ты так заходишь и боковым зрением просто видишь, вот это, думаешь, здесь кто-то стоит. И срёшься. Блин, а нафиг. Я серьезно говорю, я всем сердцем подумал, что там кто-то стоит. Вот здесь я одно могу сказать, ребят, вы знаете про то, что я говорю, в разных местах по-разному себя чувствуешь. Вот здесь чувствуешь себя очень напряженно, и вот всякие такие боковым зрением начинаешь видеть и ссышься от этого. В общем, здесь каким-то образом обостряются чувства страха. Хотя, блин, мы с тобой вдвоем. Я один, блин, обычно хожу и так не срусь. А здесь, ого. А здесь вот так вот страшно. Все время ожидаешь, что кто-то стоит за углом. Thank you.
этом выпуске, наверное, мне Макс скинет. Ты что же снимаешь-то? Да. Мне Макс скинет, будет кадры из двух ракурсов. Ничего не упустит. Блин, они реально, смотри, делали его. Да. В этом прикол, здесь кирпич был вообще. Они его делали. И забросили, прикинь. Опять. Обалдеть. Или здесь так уже было? Ого! Это что, обвалилось, что ли? Да, здесь такой дыры не было. Да я не помню, было, не было. Но это капец, обвалилось. Хотя, может, нет, наверное, здесь ее и не было никогда. Блин, холодно, да как, у меня руки уже замерзли. Смотри, что там. Потому что если здесь начали делать, может быть, и там тоже. Что там? Я думаю, вряд ли. Я помню, кто-то тут прятался от меня. Вот это я помню. Тихо. Стой. Порой надо прислушиваться. Блин, это просто обалдеть. Это вот санаторий, представляешь, номера вот здесь были. По идее, это должно быть, было быть безумно красиво. Вот еще одна лестница. Но все это так и осталось незаконченное у меня. Здесь называется рассадник наркоманов и всяких непонятных личностей. Смотри, там еще один подвал. Там еще один подвал. Я думал, здесь один подвал. Реально, смотри. Вон, лестница в подвал идет. А, да. Ничего себе. Мы с этой стороны не видели подвал. Надо будет сходить, слышишь? Мне безумно интересно. Может быть, там другой проход? Ну, там по-любому другой подвал, потому что туда, где я заходил, там... Он небольшой был. Я предлагаю разделиться, пойти на разные этажи. Камень заполнен. Ошибись. Как ты так снимать-то ездишь без памяти? Что ты там свой этот? Почистил телефон? Почистил. Пишет? Пишет. Давай тогда ты здесь. А я на верхний пойду. Ну иди, давай. Понимание, все, сможешь сам? Поднимусь, если там лестница будет. Короче, я туда пойду сейчас. А ты иди наверх. Короче, следуй этот этаж, я пошел наверх. Угу. Ребят, разделились.
надеюсь, там он никуда не провалится. Здесь опасно ходить. А я все же ответственность несу за него, за Максима. Блин, все что ли здесь? Крыша? Да. Сыкотно здесь. Блин, одному здесь. Я ходил один. Сыкотно, блин, здесь. Блин! Кто здесь нахрен? Ты кто, блин? Выходи нахрен. Ты кто, блин, нахрен здесь? Слышь? Хуже же будет, блин. Максима не слышно. По идее, там, я думаю, слышно было бы его. Что за херня, блин? Что здесь было? Я даже не хочу заходить во всякие эти комнатки нахер. Ты кто, блин? У? Выходи, блин. Да ну нахрен, я не пойду туда. Наркоман, может, какой. Слышь? Выходи, я тебе говорю, оттуда. Да иди ты, сука, в жопу! Блин, говно ты! Как ты здесь оказался вообще? Чё ты ржёшь? Я чуть тебя не застрелил тут нахрен, блин! Смешно ему! Да ладно тебе, блин! Ты так где-то прошёл мне заметно, конечно. Я там снимал, ходил. Снимал он, ходил, блин. Признавайся, ты специально сюда, блин, пошёл, чтобы меня напугать. Нет. Что нет, блин? Это не я. Понял, короче. Чуть сердце не остановилось, я тебя чуть не застрелил нахрен, блин. Иди ты в жопу, короче. Кстати, пока я там был. Пока ты там был, блин. Были какие-то звуки до того, как ты пришел. Потом я тебя услышал, стал подходить. Как ты здесь оказался, ты мне объясни. Так вот, лестница здесь была. Вот я отсюда поднялся. И там спрятался. Я вообще не ожидал, что... А теперь ты уже говоришь, что ты там спрятался. Меня ждешь. Нет. Я не ожидал, что ты за мной пойдешь. Ой, тебе повезло. Ой, тебе повезло, что я в тебя не пульнул. Это что, собака? Я не знаю, что это. Это был шорох какой-то. Нет, это, по-моему, собака была, нет? И собака. А кто? Или смех. Так ты здесь. Не, подожди. Кто там еще быть может?
Я тебе говорю, я слышал шорохи. Максим, больше так не делай. Чуть не посрался бы. И не грохнул тебя нахрен. Я ей-богу, я и хотел нажать на курок, но правда куда-нибудь в другую сторону, не в тебя. Но, блин, просто когда я увидел твое лицо, выглядывающее из-за угла, я сначала, конечно, не понял, кто это. Я думаю, ну выглядывает, так, хорошо, выглядывает. А потом смотрю, ах, это ты, блин. Ох, блин. Я не хотел тебя ругать, просто так было за мной. Да ну я уже снимать не хочу, я обосрался, блин. Я уже обосрался, мне все вот так. Ё-моё, блин. Пошли уже наверх. Не буду с тобой больше разделяться, блин. Знаю я тебя. Ну, мы с тобой как раз разделились, когда ты упал на лестнице. Я понял, ты прибежал ты. Сейчас я смотрю, прибежал мне на помощь обеспечить мне кирпичный завод. Спешил, походу. Очень на помощь мне. О, нифига. А здесь это, в смысле? Максим, ну, во-первых, как бы здесь это... Мы не одни можем быть. Здесь много кто лазит. Не знаю, ну вот ночью... Но заметьте, место охраняется. Да место-то охраняется. Но только сюда любой зайти может. Как я заходил, когда я шел в подвал. Легко. Как и сейчас. Ой, блин. Я уже не хочу ничего, я тебе серьезно говорю, меня жду. Иди, что с тобой? Старые добрые времена. Я помню, вы тут с Настей это так же пошли, и я иду, и вы стоите. Вот замечтательно, блин. Всегда мечтал так обосраться. Не, если ты серьезно, здесь какая-то, ну, вот когда я здесь ходил, ну, шумов очень много сторонних, и это не вода была. Да. Слушай, ну здесь могут вызывать, кстати. Нет. Я когда говорил про то, что типа, ну, какие здесь призраки, не призраки, они могут быть здесь, потому что здесь всякое вытворяет всякую дичь. Правда, они звезду нарисовали. Ребята, кто знает, что это за иероглифы, напишите, пожалуйста. Это, блин, ну, смотрите, как бы, возможно, и демоны, и всякие. Ну, сами знаете, у меня выпуски были, что вызывают, а потом я оставляю здесь их, никто обратно их не посылает. Я не знаю, что это за надпись, может это имя того, кого не вызывали, а может это просто Филькина грамота. Безумно холодно, ребята. Хорошо, что если животное, вы не советуете там ходить. Провалишься, еще не ходи там. Этот может с другой стороны обойти. Там? Там крыша. Мою. Какая луна полная. У меня до сих пор сердце колотится, блин. Максим, нафиг. Перекур. Ну, это не самое высокое точка, да? Нет. Я уже думал, нарик какой. Может, там в Нарнии летает. Запутался, где тут лестница? Пошли на крышу. Хотел бы последнее сидеть. Сейчас я ушел, короче, не понял, что это такое. Что? А, не понял, где лестница-то? Была.
Смотри, мне вот интересно, как они это графики рисовали? Как он кверху, в смысле, как они его рисовали? Спускались на веревке типа? Да, здесь занимаюсь этим альпинизмом. Хочу, не хочу. Легко вообще. Ладно. Пойдем по лестнице. Вот кто-то пробежал. Это уже сейчас, ну, блин. Я уже обоссался, мне уже пофигу. Че у меня дальше сраться-то? Просто видишь, я очень-очень не хочу палить здесь. Ну, вот здесь. Здесь просто охранник сидит в каморке. И он просто сюда придет, либо ментов вызовет, либо я не хочу этого лишний раз шмалять. Тебе одно скажу, мы спокойно и реально вполне себе можем быть здесь не одни. Вполне возможно. А тут еще, слушай, нет, могут здесь быть призраки. Есть же история, здесь погиб парень. Школьник упал в эту шахту. Я только сейчас про это вспомнил. Где мы внизу видели на лестнице, помнишь? Вот. Так что вполне возможно. Ну и люди здесь могут быть. Тут все одно и то же. Кого мы ищем? Скажи мне. Пойдем. Так пойдем на крышу тогда. Что пошел-то вспомнил? А? Чисто можно вставку сделать. Короче, в той тени, которая была на лестнице, которая побежала в сторону шахты. И ушли. Это уже не они. Может, другие на смену пришли. Нахрена так людей пугать, а? Ой, Максим, фига ты помнишь? Я ни хрена не помню уже. Это было давным-давно. Я уже за это время столько заброшек объездил. Везде что-то срался. И запоминалось, а потом еще заброшка, и опять срался, опять запоминалось. И забывал все, что было до. Ладно, пойдем дальше, выше. Пошли.
Слушай, я этого чего-то не помню. А где выше-то? Лестница. Как выше-то подняться? Мы по этой лестнице поднимались. Это максимально, по-моему, это, да? Значит, на нижнем этаже надо выходить. Вот здесь. Что-то лестница такая самая низкая. Так, вот. Да, вот она крыша. Ёлки-палки. Йо! Слышишь? Ну да, если отсюда падать, то это будет больше. Очень больно будет. Обалдеть, ты глянь на это. Не знаю, камера вряд ли это передает, но это чума. Максимальная чума. Помнишь, я здесь стоял? Вот так и стоял. Ой, как здесь высоко. Меня, честно говорю, честно скажу, шатает туда вниз. Не надо. Нет, она всегда, когда стоишь так высоко, тебя тянет туда вниз. Я не знаю, как это работает, но тут как-то работает. Я бы здесь на самом деле не заходил. Здесь вода, видишь, трещины. Хотели здесь как-то хотели, но мало кто сюда приедет, это очень далеко. Да я думаю, охранник охренеет от народа столько. Вот мы сейчас с тобой, можно сказать, спалились на крыше со светом. Я вам скажу так, место, ну, как бы странное. Странно, всегда было странным. Сколько я сюда не езжу, он здесь странный. Правда.
открывать. В общем, ребята, я тут стою, так камеру забрал. Короче, к нам пришел охранник. Ну, короче, тут реально, я когда выходил к нему, здесь мы свет оставили, здесь реально вся заборушка освещается. Я не удивлен, что он пришел. Короче, нас отсюда прогнали. Мы отсюда сваливаем. Вот так вот как-то получилось. Сколько там стояли камеры, столько они точно стояли. Но хоть что-то. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем мира, добра, любви, счастья, удачи, ребят. Всем пока.